Добрый вечер. Давайте обсудим несколько вопросов. Мы хотели сегодня позаниматься вместе проблемами, связанными с финансированием проектов в регионах Российской Федерации, в том числе на Северном Кавказе. Но перед этим просил бы несколько слов по основным параметрам федерального бюджета на 2017 и на плановый период 2018-2019 года. Мы регулярно с вами этим занимаемся. Хотел бы просто обновить для себя последнюю информацию, где мы сейчас находимся. Спасибо. Можно? Да, спасибо, Владимир Владимирович. Мы завтра на правительстве рассматриваем проект трехлетнего бюджета на 2017-2019 год. Это очень позитивно, что мы возвращаемся к трехлетке. Все-таки это и такая макропрогнозируемость с точки зрения и нашей бюджетной, и налоговой главной политики. Потому что это сигнал для бизнеса, как мы будем реализовывать бюджетную политику на среднесрочную перспективу. Основная задача бюджета – это как раз учесть все те изменения внешней экономической конъюнктуры, наши новые прогнозы и, соответственно, обеспечить сбалансированный бюджет. И сбалансировать мы его будем в первую очередь за счет реализации структурных мер в расходной части бюджета. Новая трехлетка предусматривает полное выполнение всех социальных обязательств. Предусматривается индексация пенсий в соответствии с законодательством, социальных пособий, учтены деньги на выплату пенсионерам в январе 5000 рублей, как это было и обещано, и заявлено в текущем году. Также предусматривается увеличение заработных плат в соответствии с майскими указами. Бюджет предусматривает постепенное сокращение дефицита бюджета. То есть тот разбаланс, который у нас сложился в результате снижения нефтегазовых доходов, будет постепенно сокращаться. И мы предусматриваем снижение дефицитности с 3 с небольшим процентов в следующем году до 1% в 2019 году. Для чего это делается? Это, с одной стороны, обеспечивает нас макроэкономическое равновесие и постройка бюджета под макроэкономическое равновесие. Это позволяет нам снижать инфляцию, снижать ставки, позволяет нам обеспечить и начать уже формировать реальные источники роста в экономике. И начиная со следующего года мы планируем постепенно уже выход на рост реальных доходов населения. Правительство рассматривает подходы к бюджету с учетом снижения так называемого ненефтегазового дефицита. В соответствии с вашим поручением, он должен быть в течение 5 лет снижен в 2 раза в сравнении с действующим уровнем. И предстоящий бюджет соответствует как раз этому поручению, этому указанию. И в 2019 году ненефтегазовый дефицит будет составлять 6,6% ВВП. Самое главное, что мы в 2019 году, в конце 2019 года прекратим использование резерва для финансирования дефицита бюджета. Это тоже важно. И для чего, собственно, нужно сокращение дефицита? С тем, чтобы мы могли его финансировать за счет рыночных заимствований на внутреннем, в первую очередь, рынке, и тех источников приватизации, которые также будут реализовываться в предстоящей трехлетке. Скоординированные действия бюджета, денежно-кредитной политики. Мы с Центральным банком находимся в постоянном диалоге. Позволили нам и минимизировать, и пройти те сложные периоды прошлого и этого года без серьезных каких-то таких шоков для бюджета. В отличие от 8-9 годов, мы прошли без роста безработицы. И сейчас мы видим, что быстро восстанавливаемся даже в условиях тех ценовых параметров, которые сегодня есть на нефти, немножко подросли, но это не так, как это было в 8-9 годах. Хочу сказать, что новый бюджет и новые правила, которые мы обсуждаем сейчас в правительстве, правила, бюджетные правила, позволят избавить бюджет от так называемой голландской болезни и избавить нас от тех рисков, которые
значит, могли бы возникнуть в результате изменения внешнеэкономической конъюнктуры. Бюджет должен быть устойчивым, исполнять все обязательства вне зависимости от каких-то внешних факторов. И именно этой задаче подчинена бюджетной политике на предстоящую трехлетку. Ну, я вас видел сейчас на площадке, дискуссионной площадке ВТБ, обсуждали вопрос, в том числе и с приватизацией связанный. Насколько мне известно, Роснефть уже перечислила все средства за приобретенную компанию «Башнефть». Что очень важно, Дмитрий Анатольевич знает об этом, я поручил соответствующим инстанциям проверить наличие ресурсов у Роснефти на счетах. Действительно было подтверждено, что деньги эти на счетах компании есть, и дополнительных средств с рынка, с внутреннего российского финансового рынка на завершение всех операций, в том числе и по продаже, а если нужно, по временному приобретению и выкупу акций самой Роснефти, компании не потребуется. Все средства есть на счетах и в наличии могут быть использованы не во вред текущим операциям, не во вред текущему денежному потоку и без привлечения дополнительных ресурсов с рынка. Это очень важно, но я вас прошу за этим внимательно наблюдать. Естественно. Мы говорили всегда о том, что важнейшей задачей при соблюдении вот этих параметров макроэкономической стабильности, что является чрезвычайно важным, самым главным, наверное, не менее важным все-таки является соблюдение наших, исполнение наших обязательств перед людьми в социальной сфере. Одно из этих направлений, важнейших направлений, это лекарственное обеспечение. Мы для государственных и муниципальных нужд направляем на эти цели до 400 миллиардов рублей, и это 30% российского рынка. Вместе с тем наблюдается, и мы это тоже хорошо знаем, при анализе контрактов на 2015 год наблюдаются значительные отклонения по ценам, до 20%. Знаю, что министерство этим занималось, и антимонопольное ведомство этим занималось. Пожалуйста, я бы хотел услышать ваши оценки. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, по вашему поручению с августа месяца Министерством здравоохранения совместно с другими заинтересованными министерствами связи экономического развития, финансов, казначейством, Федеральной антимонопольной службой и при участии государственной корпорации Ростехнологии создается информационно-аналитическая система мониторинга и контроля по закупкам лекарственных препаратов. Задача этой системы является прежде всего оперативный анализ всей информации из каждого региона Российской Федерации по государственным муниципальным закупкам, как на этапе планирования закупок, так и по результатам конкурсных процедур и электронных аукционов. Кроме того, автоматизированный просчет средней рыночной цены по каждому международному непатентованному наименованию и по каждому торговому наименованию, по сути дела, переход к новому методу образования начальной цены контракта на рыночной основе, а не по предельной цене зарегистрированной отпускной производителя. И таким образом контроль уже за закупками, фактически создание системы профилактики правонарушений в этой области. В настоящее время Министерством здравоохранения совместно с государственной корпорацией Ростехнологии разработаны технические требования к этой системе. Они согласованы всеми ведомствами, внесены в правительство, и в ближайшее время на заседании правительственной комиссии по информационным технологиям этот вопрос будет рассмотрен под руководством председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева. Утвержден план создания данной системы, который состоит из целого комплекса организационных и нормативно-правовых мер, построенных таким образом, чтобы в соответствии с вашим поручением с 1 марта 2017 года данная система уже была введена в эксплуатацию
в тестовом режиме. За 2017 год вся информация по государственным муниципальным закупкам будет сконцентрирована в системе и будет отработана система реакции нашей на выявленные нарушения в ценообразовании. И с 1 января 2018 года уже постоянно и в полном объеме эта система будет дееспособной. Это приведет к тому, что уже в 2018 году резко сократится разброс цен закупочных, соответственно, вокруг средневзвешенных рыночных цен. По прогнозам экспертов, не менее чем на 60%. И с учетом с тем, что уже сейчас рыночные цены существенно ниже предельно зарегистрированных цен производителей по разным группам препаратов от 10 до 30% разница, это высвободит достаточно большие бюджетные ресурсы для увеличения охвата населения лекарственными жизненно важными препаратами без, соответственно, привлечения дополнительных средств. У нас положительный опыт уже такой есть. Мы за последние 3 года перешли полностью на этот метод при федеральных закупках. И это позволило нам на 33% снизить, соответственно, цены на те группы препаратов, высокозатратные семена залоги, антиретровирусные препараты, которые покупаются на федеральном уровне, сэкономить в этом году большую достаточно сумму денег. Федеральным заказчиком является Министерство здравоохранения этой системы. Она планируется к созданию как подсистема единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, которая в настоящее время активно создается и поддерживается Минздравом и государственной корпорацией Ростехнологии. И в перспективе мы думаем, что эта система может быть одним из сегментов более крупного масштабного проекта по мониторингу и контролю за закупками других социально значимых продуктов, товаров и так далее. Пока все идет четко по плану, и мы все сделаем, чтобы ваше поручение было выполнено абсолютно в срок. Хорошо. Игорь Юрьевич, пожалуйста, ваши оценки. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены правительства, спасибо большое за поручение по ценам. Хотел бы сказать, что еще до того, как мы стали тарифным регулятором, мы с помощью Министерства экономики и торговых представительств России за рубежом провели довольно масштабное исследование рынков разных стран и референтных цен, из которых нам было понятно, что многие цены на российском рынке относительно этих стран были завышены. Даже до девальвации еще все это происходило. Поэтому, когда произошла двукратная девальвация, все эти компании пришли к нам с предложением зарегистрировать цену, соответственно, в 2 раза более высокую, чем была зарегистрирована, они получили отказ. Кроме того, соответствующая методика, которая была своевременно утверждена еще до того, как тоже мы стали тарифным регулятором, она предложила, мы им предложили по методике соответствующее повышение на инфляционную составляющую, которая фактически сложилась на тот период. Значит, параллельно мы провели еще дополнительное исследование, выполняя ваше поручение, и выявили 48 препаратов, по которым цены сегодня выше в Российской Федерации, чем в других референтных странах. Этим компаниям были направлены соответствующие представления о том, что они должны прийти и снизить соответствующие цены, то есть мы зарегистрируем более низкую цену, либо мы будем стремиться к тому, чтобы даже разрегистрировать и устранить их с рынка, но таким образом, чтобы наши граждане не пострадали, чтобы была соответствующая замена для тех, кто нуждается в этих лекарствах. Значит, кроме того, нам удалось пресечь манипуляции с дозировкой. Как повышались цены, каков был механизм, и им пользовались иностранные компании довольно часто. Значит, они меняли соответствующую дозировку одного и того же лекарства. Ну, примерно обычно в схеме это выглядело так. Значит, если упаковка была в 1 миллиграмм и стоила 100 рублей, то они делали упаковку в 2 миллиграмма, но, казалось бы, это должно стоить 200. Нет, это стоило 500, 1000 и даже больше. Значит, мы изменили правоприменение по этой методике, и сегодня мы отказываем в регистрации цен на лекарства уже порядка в 40% случаев. Это и есть то сдерживание цен, которое осуществляется помимо того, что я сказал выше. Мы не даем им через дозировку или через изменение способа введения фактически повысить цену на нашем рынке. Нас поддержали в этом суды, в соответствующих судебных спорах. Эта практика, как судебная, сложилась, она может быть закреплена. К сожалению, мы также установили, что лекарства, когда происходила локализация путем просто замены упаковки,
когда само лекарство и сами ампулы оставались прежними, производились за рубежом, а изменялась упаковка по соответствии с нашими стандартами, такие лекарства признавались российскими, и они не проходили вот эту сложную процедуру регистрации цен, о которых я сказал, и поэтому были завышены поэтому были зарегистрированы по очень высокой цене. Соответственно, мы сейчас думаем, как с этим справиться, но смысл в том, что, конечно же, нужно пересматривать эту ситуацию с этими ценами и, опять же, переходить в режим сопоставимости и заставлять снижать компании. Это как бы домашнее задание, которое мы уже делаем, и надо обязательно его делать. Но то, в чем нам помогала прежняя методика сдерживать цен для оригинальных препаратов, в основном иностранных, нам это все мешало в отношении дешевых российских препаратов. Поскольку методика говорила, что можно только повышать на инфляцию, ну, допустим, на 10%, то дешевые препараты, которые стоили от рубля до 10 рублей всероссийского производства, если к ним применить 10%, значит, фактически это не давало им ничего, потому что активные вещества они, к сожалению, в большинстве своем закупают за рубежом у иностранных компаний, а там в долларах и все, значит, не получалось выйти на соответствующую положительную рентабельность. Поэтому здесь нужна определенная индексация, потому что они сейчас исчезают с рынка и замещаются препаратами уже не по 10-50 рублей, а по 100-150, именно иностранными. Это происходит буквально в последние месяцы на глазах по очень большой номенклатуре лекарств, к которым россияне привыкли. Все эти меры, безусловно, уже позволили и позволят удерживать рост цен на лекарства. Вот по статистике Министерства здравоохранения, соответствующий рост за 9 месяцев составил около 1%. То есть был скачок определенный в период девальвации, а сейчас нет, цены на лекарства стабильные. Вместе с тем я хотел бы отметить, что вся система, которая сложилась, вот вся система правоприменения и законодательства, она, конечно, нуждается в серьезном реформировании. И сегодня она, к сожалению, направлена не столько на интересы потребителя, то есть граждан и государства, сколько на, в общем, производителей, среди которых очень много иностранных производителей. Мы готовы подготовить ваши дополнительные поручения, при этом часть вопросов этих должна войти в новую дорожную карту развития конкуренции в здравоохранении, о чем уже распорядилось правительство, заслушав доклад Федеральной антимонопольной службы о состоянии конкуренции в стране. И некоторые меры, которые являются исключительно важными, это прежде всего параллельный импорт и его введение, но здесь мы зависим от позиции, я имею в виду параллельный импорт лекарств. Здесь мы зависим от позиции стран Таможенного союза, они пока не принимают нашу позицию, скорее всего, потому что просто ее не понимают. Речь идет о закупке у официальных дилеров, не у Абака, а у официальных дилеров в странах, где эти лекарства дешевле, с тем, чтобы ушел переток этих лекарств в Россию и происходило снижение соответствующих цен, прежде всего, на самые дорогостоящие препараты. Это, конечно, приведение в такое нормальное состояние новелл законодательства о принудительном лицензировании при злоупотреблении интеллектуальными правами. Это все есть в странах БРИКС. Но, к сожалению, у нас эта система не работает, об этом тоже, наверное, можно было бы думать. И то, что сказала Вероника Игоревна, конечно, с госзакупками. Максимальная взаимозаменяемость, максимальное участие препаратов с одинаковыми формами в одних и тех же аукционах и конкурсах, что позволяет очень существенно снизить цену. Ну и, конечно, то, что было сказано о работе с корпорацией Ростех, создание системы мониторинга автоматизированного, за этим, безусловно, будущее. И прежде всего оно будет заключаться в том, что мы откажемся от абсолютно ложных сведений о себестоимости производства лекарств и сможем их по современным методам сопоставимости с помощью электронных систем анализировать, как это полагается делать в 21 веке. Спасибо. Ну, как известно, знания умножают скорбь, а опыт и знания подсказывают, что такие манипуляции на рынке, особенно со стороны производителей, да и оптовых поставщиков, они, как правило, стимулируются недобросовестными чиновниками из соответствующих структур, которые занимаются этими закупками, регулированием, допуском на рынок и так далее. Что-то не видно никаких здесь ни дел по этому вопросу. Я думаю, что наши соответствующие структуры, спецслужбы и правоохранительные органы здесь явно не дорабатывают. Но вы работаете с ними, пожалуйста, в тесном контакте. Хорошо? Значит, и нужно обязательно продолжить эту работу, не допуская вот этих перекосов. У нас некоторые цены, вот в справках у меня здесь, дороже, чем в Австралии, а производится где-то здесь рядом с нами в Европе. Это же говорит о том, что это явно недобросовестная работа на рынке на нашем. Дороже, чем и в европейских странах, в несколько раз, не на проценты, а в несколько раз, просто в разы. Пожалуйста, эту работу нужно продолжить. И Сергей Ефимович говорил мне о планах Министерства по ужесточению контроля за браконьерство, за торговлю дикими животными, за дериватами. Пожалуйста, а какие вот конкретно у вас планы? Да, спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, одной из основной причин браконьерства, как известно, является
рыночный спрос на редкие виды животных и их дериваты. Вот в частности, по оценкам экспертов, глобальный рынок вот таких, скажем так, товаров, как дериваты, редкий вид животных, на сегодняшний день составляет от 17 до 20 миллиардов евро ежегодно. Ежегодный ущерб от браконьерства в России составляет свыше 10 миллиардов рублей. При этом только вот в прошлом году было выявлено почти 2000 фактов незаконной охоты. В целях противодействия браконьерства последние три года было внесены изменения в уголовные и административные кодексы, увеличены таксы за незаконную добычу краснокнижных животных, привлечено к уголовной ответственности за незаконную охоту 330 физических лиц, возбуждено 9 уголовных дел по фактам незаконной добычи только по тигру и торговли дериватами. Но вместе с тем появляются новые площадки для торговли такими результатами браконьерского промысла. Это виртуальные доски объявлений, веб-сайты, аукционы, социальные сети. Продаются виды на этих площадках, продаются виды, занесенные в Красную книгу, в приложение первое и второе приложение Международной конвенции CITES. Ну и по данным эксперта, только в 2015 году в российском пространстве интернет было обнаружено свыше 600 объявлений о продаже 2500 животных, из них около 38 предложений о продаже дериватов тигра, ну, в основном шкур. Материалы с признаками преступления также направляются в МВД, но мы можем констатировать, что ни по одному случаю дела не доведены до судебных решений. Владимир Владимирович, мы считаем, что здесь необходимо усилить работу. В связи с этим мы хотим дополнительно повысить степень наказания за нелегальную торговлю и отдельно прописать ответственность за торговлю в интернете краснокнижными видами животных и дериватами. Для этого было подготовлено поправки в Уголовный кодекс, классифицирующие преступления, связанные с использованием средств массовой информации, в том числе сети интернет при обороте диких животных, занесенных в Красную книгу и дериватов также. Согласно поправкам, торговля дикими животными и дериватами, в том числе с использованием сети интернет, будет наказываться принудительными работами на срок до 3 лет со штрафом до 1,5 миллиона рублей или ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет. Сейчас это только принудительные работы до 3 лет и штраф до 1 миллиона рублей. Ну и если преступление совершено организованной группой, а часто уже торговля идет именно организованными группами, то ее участников ждет лишение свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом до 3 миллионов рублей. Ну, в настоящее время проходит процедура согласования законопроекта. Рассчитываем внести документ в правительство уже в октябре. Просим поддержать. Да, хорошо, пожалуйста, я поддержу, конечно, ваше предложение. Но вы правы, вопрос не только в ужесточении наказания, вопрос в неотвратимости наказание за совершенные деяния, даже по действующим правилам и по действующему закону. И Министерство внутренних дел здесь точно не дорабатывает. Я буду просить прокуратуру генеральную, чтобы они тоже взяли под свой контроль, провели соответствующие проверки, и чтобы Министерство внутренних дел отчиталось о том, как идет работа. Работы почти нет на этом направлении. Здесь спасибо большое, Владимир Владимирович. Ну, давайте перейдем к основному вопросу.